Добро пожаловать, мои хорошие, меня зовут Алексей. На Android вышла такая демо-версия интересного проекта, где очень графонисто. Давайте побегаем, пощупаем и уже поехали. Это видео я записываю на компьютере с помощью эмулятора. И мы начинаем. В общем, похоже, какая-то наружная камера. Мы в небольшом помещении, у нас есть оружие и уже немного можно пробежаться. Да уж, за окном... хер его знает, чем-то похоже даже на Припять. На стенах можно заметить и мишени, и при наведении нашего оружия, в общем, персонаж начинает автострельбу. Но так иначе, ни патронов, ни чего такого нету. Опять же, напоминаю, это демо-версия, и визуально очень дорого-богато. Давайте пойдем уже в следующее помещение. Вот, не хватает, в общем, размытия, видно пиксели, видно эти лесенки, и по помещению летает дрон. В общем, ничего особо поделать мы не можем, когда дрон приближается, наш персонаж также начинает стрелять, и похоже, такой небольшой курс молодого бойца, где нужно пожамкать дрон, но по нему местами тяжело попасть. Опять же, напоминаю, дрон пожамкать нельзя. Давайте пройдемся по помещению. Местами это тяжело сделать, опять же, потому что у меня эмуляция. Но так иначе, где наша не пропадала. Очень дорого-богато, красивые текстуры. И, как по мне, хочется уже выбраться наружу. Но, к сожалению, опять же, мы не можем этого сделать. То есть, получается, вся демоверсия это два помещения, да, и не более того. Ну, а также есть мишени, по которым наш персонаж может стрелять. И, похоже, это такой небольшой... большой тест для вашего телефона. Опять же, потянет? Нет. Ну, даже на компьютере вы видите, что идет... Не, идет хорошо, но, опять же, вот не хватает размытия, потому что эти пиксельная лесенка ничего такого хорошего не дает. Давайте пытаемся пожамкать дрон, но, опять же, похоже, этого сделать не получается. Он, видишь, маневрирует, в общем, между колоннами, и давайте его дождемся. Даже боюсь представить, в каком помещении мы находимся. Какой-то, похоже, заброшенный завод. Но так иначе. Ладно, похеру, давайте, в общем, оставим дрон в покое. Но, опять же, на улице, как писали в комментариях, какое-то мыло. Но... да уж, надеюсь, сможем рано или поздно отсюда выбраться. Значит, давайте... А чё давайте? Опять же, небольшое помещение, не более того. Поэтому размусоливать особо я не вижу смысла. Опять же, можно подбежать там, пофапать на текстуры. Знаешь, хоть и очень сильно хвалят данную демо-версию, такое я делал, знаешь, когда-то в нулевые, в том же 3D Max. Это обычное там помещение то же самое, да, берешь фотографии в качестве текстур, и будет тебе дорого-богато. В итоге нужно посмотреть, что из этого получится, как там, не знаю, разрушаемость объектов, какие-то еще персонажи, анимация. Вот, поэтому просто голое помещение, об этом судить рано, и это даже легко и просто сделать в том же 3D Max волосатой бородатой версии. Вот, поэтому нужно, скажем так, посмотреть, опять же, движок Unity, и пока не ясно вообще, что будет с оптимизацией, также со сглаживанием, и как это будет работать на большинстве Android-устройств. Напоминаю, опять же, это на телефоны, не на компьютер. Но так иначе, пока задаток хороший, очень графонисто, очень красиво, и вот не ясно, чем это закончится. Надеюсь, будут какие-то PvP, PvE режимы, но опять же, я только загадываю, возможно, чувак просто показал демо-версию, и на этом все заканчивается, вот. Но в плане оружия, в плане анимации, как он перезаряжает, мне очень понравилось, потому что бывает, дешевые проекты выдают та же самая анимация, то есть картинка может быть красивой, но... анимация все портит, особенно, знаешь, когда лицевая анимация, то, в общем, все сыпется, да, скажем так, карточный домик, но так иначе. Давайте, ребята, это видео заканчивать, не вижу смысла, скажем так, долго его снимать, тем более это небольшая демо-версия с двумя помещениями, но так иначе. Пишите ваши комментарии, если видео понравилось, жмакайте большой палец вверх, вы также можете эту демо-версию скачать бесплатно в Google Play, ну и, разумеется, всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.